Добрый день, приятная минутка. Это острый перец черная кобра. Серебристые опушенные листочки, мелкие листья сравнительно. Вот один кустик сейчас развилочка, видно ее. На две пяди, вот эта шпажка для шашлыка. Вот как высоко дает развилочку. Перчик достаточно высокий, многолетний. Кустится хорошо. Здесь я вижу, уже есть пасыночки. Их можно оборвать и оставить его вот таким вот красивым, вверх растущим. Можно оставить, чтобы он кустился. Здесь я оборвала макушечку. Вот хочу, чтобы он, как горшочная культура, не в грунте, был более кустистый. Здесь больше пасыночки уже развелись. Но вот он не дал так низко развилочку, поэтому я его оборвала. Но я хочу посмотреть, как они будут развиваться дальше по-разному. Какую высоту достигнут. Я думаю, что вот этот не будет. То есть сильно высоким, сантиметров 60, этот может больше метра вырасти. Но здесь у него, в принципе, развилка нормальная, не сильно высоко. Бывает и на 60 сантиметров начинается развилочка. Здесь ровно две пяди. Нормально. Он не будет сильно высокий. И уже перчики вот завязываются. Скоро будут черненькие торчать. Вот они, красавцы наши. Вот они.